данный момент развязку закончили, как бы. Ждем гостей. Моя фамилия Коробова Антонина Павловна по мужу, а по родовой моя фамилия Королева Антонина Павловна. С 41-го года, когда началась война, как раз я из-под Ржева была в Ржеве, и тогда объявил Молотов, что начинается война. Это было какое-то смятение, ужас, что творилось и в Ржеве. Я сама оттуда родом, и там же воевала в 42-м году, а в 41-м году, я там рыла окопы под Ржевом, Ножкина к Окошкина. А потом нас перебросили под Вязьму, и я попала в Даваторскую армию, конницу Даватора. А теперь немного я скажу о выставке. Выставка это нашего ветерана, конечно. Выставка мне нравится. Хорошая выставка полностью. Сколько залов-то тут? 5 или 6? 6 залов. Все. Выставку стоит художника. Я так и думаю, что... Вот. Здравствуйте, меня зовут Мусянов Кузьма. Я пришел на эту выставку. Художник хороший, мне понравились его картины. Я художник, химочка, монументалист, живописец. Вот. Окончил Одесское училище и Академию Киевскую. Пришел на выставку. Выставка глубоко экстремальная. Человек, который попал в ситуацию тяжелого такого времени. И следы оставил очень интересного хода. Это как в эти трудные минуты не всегда все стремятся до изобразить. А тут человек не терял ни секунды. Только было время, так и изображал эти следы очень актуальны. И я в какой-то степени свидетель этого времени. Хочу сказать, что выставка очень волнительная. Даже есть какие-то недоговорки. Прощаешь этому художнику, потому что он отдался светлым чувствам, когда блуждала такая тяжесть над народом, тяжесть смерти и всего, и оптимистически выхватывала людей, как бы свидетелей времени, вот этого времени, этого счастья, несчастья. Но, будучи даже в таких условиях, он сумел быть счастливым и улавливать вот это настоящее, что касается жизни. Жизнь ценил и отображал своих сверстников, которые рядом шли на фронте, и оставил их имена и так далее. Считаю, что выставка получилась очень интересной и очень как-то захватывающе, потому что время уже как бы ушло, это
И вот эти следы времени очень хорошо запечатлены. Спасибо ему за все и за то, что я увидел. Я пришел на эту выставку. Меня зовут Пелник Кинти, и мне очень понравилось. Тексты вот эти. Тексты, да. Да. А вот здесь как бы фронтовая графика уже. Отлично. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. А, кстати, вот мозаика. Не ходите посмотреть? Пойдем. Лена ее как года на Тульской набережной есть экстрамбану заседание. Вот это мозаика, а это мозаика. Уже так давно не видела ее. Да, ну все будет. Член Союза художников Подмосковья Удова Ольга Венишна. Пришла посмотреть я эту выставку, потому что была знакома с фронтовыми рисунками необыкновенного талантливого художника Титова. И, вы знаете, вот просто много раз выставлял сын художника эти рисунки в выставочном зале комбинат художественных работ в Химках. И там, так сказать, я считаю, что вот повезло, что я эти рисунки видела раньше. А сейчас я посмотрела картины, уже послевоенные картины Титовы. Могу сказать, что это, безусловно, большой мастер. И это летопись истории нашей страны. И большое спасибо сыну его, что он это все вот сохраняет и дает возможность нам это увидеть сейчас. Вот. Беглов Александр Иванович, заслуженный художник России, вице-президент Творческого союза художников России, председатель Союза художников Подмосковья. Хочется с восторгом сказать об этой выставке, потому что это Титов, замечательный художник, который оставил такое большое и, надо сказать, сильное по духу, по творчеству наследие. И поэтому
я счастлив, что я его современник. Хотя он ушел из жизни несколько лет назад, но тем не менее. Что хочется сказать? Конечно же, это ученик великих художников Крымова, Дейнеки. Отсюда такой уровень мастерства, уровень подготовки. И надо сказать, что вот эти работы говорят о том, что это был золотой век советского искусства. Советский период как раз вот славился такими художниками. Очень много говорит сила реализма. То есть люди, его современники, переданы с такой теплотой, с таким пониманием, с такой любовью. И художник, когда создает портрет творческий, он передает именно то самое главное, что он видит в натуре. Вот в этом и сила реализма. И я думаю, что этот художник заслуживает очень большого анализа. И здесь для того, чтобы изучать его творчество, очень много работ. Вот, и можно очень хорошо раскрыть суть его творчества. А суть его творчества очень важна. Почему? Потому что она часть того времени, в которой он жил. И поэтому все это обязательно нужно сделать, потому что это наша культура. Да, хотел бы самое главное, что нужно сказать, то, что Вадим сумел сохранить эту коллекцию, сумел ее показать, и он показывает не первый раз. Я слышал, что он собрался издавать каталог, вот, сейчас буклет замечательный вышел. Спасибо. Да, Вадим, сын, конечно. И это дорогого стоит, когда вот отец воспитал сына, который любит его творчество, хотя сам не художник, и много вкладывает. Мы по Подмосковью, когда проводим выставки, очень много работ берем из его коллекции и показываем. Ну вот, поэтому Вадиму низкий поклон и большая благодарность от художников вот, за память об отце, о великом художнике Титове. Тимчев Владимир Васильевич, член Совета художников России, преподаю в Строгановке, доцент кафедры коммуникативного дизайна. Выставка на самом деле замечательная, и первое, что, о чем хочется сказать, это о том, что сын не забывает, пытается показать работу отца. Выставка просто замечательная. И в этом плане, что хочу сказать, что сейчас в данный момент в искусстве происходит такое, что пытаются найти новые, пытаются открыть новые имена, и как бы целый пласт художников, которые жили, которые работали, отдавали жизнь, собственно говоря, искусству, их забывают. А вот эта выставка как раз о том, что эти художники живут, эти картины работают, доставляют и удовольствие, и, в общем-то, не знаю даже, как там в церкви. Так что замечательная выставка, замечательное, собственно, событие, и великолепно, что сын как бы двигает дело своего отца. Я Каленский Владимир Денисович, народный художник по званию и художник, член Российской Академии Художеств, почетный член Российской Академии Художеств. Ну, чтобы представиться. Мне хотелось бы рассказать о выставке Виктора Александровича. Это удивительное. Удивительное почему? Для меня удивительное и приятное. Картина, что, в общем, мы близки по духу своему и работы, то есть любим Родину. И то, что он здесь вот показывает, это так вот, как будто мы с ним где-то близко, хотя мы в разных углах Москвы жили и творили. И хотел бы еще поздравить его сына, который создал эту выставку. И именно вот на радость, особенно сейчас от празднования праздника, великого праздника Победы, великого праздника Победы, поздравить его сына, он не только
дал памятник отцу, но и нам всем как бы показал нас самих, как мы можем вообще и жить, и трудиться. Меня зовут Анна Баскакова, я искусствовед. Я училась у Титова живописи и рисунку, и счастлива тем, что я общалась с таким замечательным человеком. Я часто бывала у него в мастерской, и все эти работы видела стоящими на стеллажах, очень тесно друг к другу притиснутыми. То есть было видно, что это замечательные работы, высокопрофессиональные, что он действительно рисовал с удивительной легкостью, которую сейчас и редко встретишь у людей. Но вот теперь, когда я увидела их в зале, почтительно развешанными на расстоянии, видно, что это действительно художник-монументалист в высоком смысле этого слова. Каждая из этих работ, она монументальна, она очень много в себе несет. И для меня это настоящий праздник, потому что это не только встреча с замечательным художником, но это и встреча со старым другом, это встреча с фронтовиком, это встреча с тем, кто написал мой замечательный портрет, который находится у меня дома. И я могу только поздравить людей с тем, что можно посетить такую замечательную выставку. Моя фамилия Макеев Виктор Иванович. Председатель комиссии ветеранов, участников войны Московского союза художников. Вот. Виктор Титов. Титов, мы его знаем как талантливого большого художника, художника, который создал блистательные совершенно работы, связанные с Великой Отечественной войной. Я сегодня посмотрел его наброски. Я был удивлен, как у художника сохранилось такое количество уникальных совершенно работ. Он их не раздарил куда-то, в музее, даже на Покровной горе, в другие музеи. Он сохранил как бы для выставки, которая вот сегодня открылась. И надо сказать большое спасибо родственникам, что они сумели все это сохранить. У него очень большие, хорошие живописные работы, живопись, графика, монументальное искусство. Я просто в восторге от того, что я думаю, что сегодня с успехом те люди, которые пришли, художники и не художники, воспримут его произведение. Он умер в 2003 году, и с тех пор, конечно, с огорчением мы узнали, что вот его нет, что он не может больше участвовать на наших выставках, но все равно он свой след, как большого мастера, оставил в нашем изобразительном искусстве. Мне картина очень нравится, потому что и мой папа, и все тут рисовали разные картины. Мой прадедушка, он тоже рисовал картины очень много. Я его картины люблю и хочу сама такой же стать, как мой дедушка. Мне очень нравится, как он рисует. Мне выставка очень понравилась. Мы сегодня присутствуем на выставке Виктора Титова, замечательного художника, участника Великой Отечественной войны. Человек прошел фронт, имеет правительственные награды, член Союза художников. И мы очень рады сегодня всех познакомиться с его работами, которые здесь его родственники показывают. И я низко склоняю голову перед ними за тот большой дар, который они
сегодня преподнесли нашим зрителям, нашим художникам, которые познакомятся с его работой. Я когда пришел на эту выставку, увидел в первом зале такое количество прекрасных графических работ, я недоумением подумал, что многие художники свои работы как-то не умеют сохранять, родственники не умеют сохранять, а вот у него сохранились все эти работы. Это просто замечательно. Я сейчас предоставлю слово Беглову Александру Ивановичу. Он вице-президент Творческого союза художников. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну что здесь сказать? Здесь действительно Вадиму низкий поклон за то, что он сохранил эту коллекцию. Здесь много художников присутствует. И я думаю, у каждого сердца дрогнуло, когда узнали о том, что родственники, сын в частности, сохранил вот это наследие для нас. Дело в том, что это работы, которые здесь показаны, вот те натурные наброски, дальше идут композиции, сделанные под впечатлением, под непосредственно увиденным. Оно очень ценно, потому что что такое культура? Культура – это прежде всего традиция. А традиция в том, что это преемственность, это передавание от одного поколения к другому. И здесь все это очень достойно, очень на большом уровне. Это в центре Москвы, это в сердце нашей столицы, нашей Родины. Это все достойно творчества Петрова, который здесь представлен. Ну что об авторе сказать, о художнике, ученик Крымова, ученик Дейнеки, этим уже все сказано. Это наши великие художники российские, советские художники. И нужно сказать, что эти работы еще раз говорят о том, что был золотой век советского искусства. Искусство построено на любви к личности, на любви к человеку, на любви к Родине. Здесь представлены герои. И вы знаете, иногда можно подумать, что вот то, что здесь показано, как вот в Древней Греции, где, когда люди и боги жили вместе. И поэтому такое крепкое искусство, сила реализма, сила передачи того, что составляет основу нашей Родины. Вадим, огромное тебе спасибо. Вот. И я хочу сказать, что он постоянно у нас союз художников под Москвой, который возглавляет, он всегда дает работы. Причем эти работы попадают на все выставки. Выставка связана с Великой Отечественной войной, выставка связана с весной, с осенью, с портретом связана. Безотносительно всегда эти работы попадают в десятку. И еще была крупная выставка у нас, контрнаступление под Москвой в том году, в Беляево. И Вадим еще удивился, почему мы все работы не взяли. Потому что все работы действительно подходили и на эту тему. Но как бы там было много авторов, поэтому... И я хочу сказать, что я с удовольствием поддержу это, и где надо. Я всегда по Московской области думаю, нужно провести Министерство культуры в области, поговорить и показать более широко это творчество. Спасибо большое. А теперь позвольте представить слово Калинскому. Ничего не надо, что говорить. Дорогие друзья, я поздравляю нас всех с сегодняшней выставкой. Потому что создать выставку – это не так-то просто. И написать картины трудно, собрать их трудно, сберечь трудно. И показать тоже трудно, но это уже самое интересное дело. И я поздравляю, значит, сыночка, который дал буквально этот памятник своему отцу, героическому отцу. А героический отец – это мой товарищ, и вот
те, значит, тематические картины, которые здесь представлены, они как-то у нас перекликаются, потому что это естественно. Люди, которые прошли войну, невольно они где-то своими работами обязательно перекликаются. И делается это не от того, что там не знаешь, чего там еще, а чтобы оставить великую память о нашей великой победе. И вот тоже здесь много так маленьких детишек. Алло. Все. То, что здесь ребятишки, это им очень-очень-очень в жизни пригодится знать все это дело. И помните любить нашу страну великую. Спасибо. Теперь я прошу выступить Ушаева Григория. Спасибо. Я без техники. Да, на технику надеяться. Дорогие друзья, я, естественно, начну с того же. Огромное спасибо вам. Вы сделали великое дело, во-первых, потому что вы своего отца чтите, и мы его чтим. А во-вторых, надо показывать, надо пропагандировать работы всех художников и, естественно, художников, прошедших войну. Я редко видел Виктора, мы в основном встречались на выставках, и я даже, прошу прощения, даже не знал, что он ушел из жизни. Ну, кое-что есть у нас общее. Во-первых, мы одногодки. Во-вторых, как и он, я в Кёнигсберге закончил войну. И как уже сказали, в общем, люди, прошедшие войну, это, в общем, братство. Это война, не надо об этом напоминать, все знают, это ужас. Война – это ужас, это страшно. И тем не менее, поскольку все-таки большинство солдат были молодыми, они выживали исключительно благодаря юмору. Потому что среди этой грязи, крови и прочей был смех на что угодно. Самая дурацкая ситуация – хохот. И это нам всем помогало. Я хочу вам прочитать стихотворение поэта великолепного, который прошел войну, и который о войне пишет неоднозначно и не с криками «Ура, да здравствуй!» Давид Самойлов, 40-е. Сороковые, роковые, военные и фронтовые, где извещения похоронные и перестуки эшелонные гудят накатанные рельсы просторно, холодно, высоко, и погорельцы, погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке. В своей замурзанной ушанке, где звездочка не уставная, а вырезанная из банки. Да, это я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня табак в кисете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю, и пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было? Как совпало война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Спасибо. Теперь я слово предоставляю вам. Вас зовут Вадим. Да. Дорогие друзья, поздравляю всех с открытием выставки. В первую очередь с ветеранов, родных и близких. Мою маму, вдову художника Валентину Михайловну Цветову. Вот, прошу вас. Начинаем.
всех, кто оказал помощь в организации этой выставки. Московскому союзу художников, вот, прекрасному куратору, который организовал эту выставку. Прошу вас. Руками Ольги Владимировны практически сделана вся эта экспозиция. Вот благодаря ей, вот, большое... Благодаря художникам. Да. Ответственный секретаря Союза художников Подмосковья Елену Лебедянскую. Лена установила мозаику Папина вот 52-го года, которую вы здесь видите, и провела реставрацию многих работ отца. Лена, большое спасибо. Мне, в свою очередь, хотелось бы поблагодарить маму Вадима, которая воспитала замечательного сына. И когда он появился у нас в Химках, стал предлагать свои какие-то услуги, что вот он сын художника, что у него много работ. И мы поняли, что такой человек должен быть среди нас. И мы с удовольствием приняли его в союз. И благодаря этому, я думаю, то, что он появился, да, в нашем коллективе, у нас он очень много помогает. И я думаю, что такой человек, как Вадим, это образец, наверное, для современного бизнесмена, который не только занимается своей работой, но и помогает культуре, сохранению его, сохранению отцовского наследия. И я благодарю вас, мама, простите, я забыла, как Валентина Михайловна, вы вырастили замечательного сына. Спасибо вам большое. Искусствовед, ученица моего папы. Вы знаете, для меня эта выставка стала очень большим потрясением. Я еще даже всю ее не посмотрела. Так случилось, что за то время, пока уже нет Титова с нами, я очень внутренне изменилась. Я поняла, что совершенно по-другому вижу его фронтовые наброски. Да? Я их смотрю так, как будто бы я сама это внутренне переживаю. Я вижу, что в каждом его мазке любовь к жизни, любовь к Богу, и что все, что вокруг нас, там, не знаю, человеческое лицо, цветок, пейзаж, для него это все живое, это все пропитано любовью, это все трепещет. И когда это все лежит в зале, на стеллажах, вот, у него в студии, да, там все это было очень тесно стиснуто друг к дружке, и все равно было видно, что это прекрасные работы. Но вот здесь, когда я их увидела, в этой просто безукоризненно сделанной экспозиции, безупречной, очень давно не видела такой прекрасной развески, вот там видно, что это действительно невероятный мастер, очень большой художник. Вот огромное спасибо всем, кто это сделал. Спасибо. Ирина Седова, автор статьи «Искусствовед» в нашем институте. Дорогие друзья, я вот что хотела сказать. Конечно, можно здесь, как искусствовед, рассуждать очень много о художественных достоинствах, но вы все сами все это прекрасно видите. Я хотела сказать вот о чем. Какая удивительная вещь талант. И талант не сам по себе, а в сопряжении со сложными узлами человеческой жизни. Я думаю, мы с Вадимом много общались, и я знакомилась с творчеством его отца. Для меня это было большим откровением, потому что я для себя, как и вы сегодня для себя, открывала большого художника. Художника, который писал своим творчеством историю нашей страны, нашей с вами Родины, которую он же пошел защищать, будучи мальчишкой. И я думаю, что состоялся он как художник не только благодаря многочисленным студиям, как это может многим показаться, но прежде всего благодаря тому, что идя по полям фронтов, находясь в окопах рядом со своими друзьями, он прекрасно отдавал себе отчет в том, что этих людей, может быть, через минуту, может быть, через месяц, уже не будет в живых. И
может быть, сторона не вспомнит своих героев, как это случалось неоднократно, по абсолютно разным причинам. И вот этот карандаш и блокнот в его руках, это стало своеобразным таким инструментом связи времен, которое для нас, для всех, очень необходимо, потому что традиция, к сожалению, утеряна. Утеряна память поколений, она уходит. И вот благодаря таким людям, как Виктор Титов, мы можем видеть эти лица, лица тех людей, которые помогли нам с вами выжить. Благодаря им мы с вами сегодня можем любить и наслаждаться нашей Родиной. И именно это позволило ему, на мой взгляд, сформироваться как большому художнику. Вот это проникновение в судьбы этих людей, вот эта сопряженность со своим временем, переживание этого ужаса, который мы называем войной, именно это позволило ему стать художником с большой буквы. Вадим, спасибо вам большое. Спасибо вам большое и низкий вам поклон за то, что вы не популяризируете, нет, это слово здесь абсолютно неуместно, за то, что вы открываете для нас очень большого художника и мастера. Большое вам спасибо. К юбилею отца мы опубликовали записки художника-фронтовика. Вот. Это вот те листочки, которые вы видели в первом зале, они оформлены в планшетах. И сзади на них написан текст вот, о том, что с ним происходило в то время и в тех местах, где он воевал. Вот. И очень большую помощь в работе над этим выпуском мне оказала искусствовед Алиса Белова. Вот попрошу ее. Спасибо, Вадим. Ну, в целом мне вообще было очень интересно заниматься творчеством вашего отца. Мы с ним тоже когда-то были знакомы. Вот, но о достоинствах его творческого наследия живописного, я думаю, не стоит повторяться, рассказывать. Но когда я окунулась в материал документальный, литературный, мемуарный, то на меня это произвело даже большее впечатление, чем когда-то в юношеском возрасте чтение знаменитого «Живых и мертвых» Симонова, поскольку вот документальный материал, да еще написанный чрезвычайно художественно, живо, непредвзято, именно со всей правдой вот той суровой военной реальности в наше время производит глубочайшее, очень сильное впечатление, я даже сказала, потрясение. Я вам очень рекомендую обязательно прочитать изданный Вадимом материал на основе мемуаров его отца, потому что он достоин не только, так сказать, интереса такого чисто литературного, исторического, он достоин, в общем, всяческих похвал, поскольку человек этот был, несомненно, очень незаурядный и в литературном плане, поскольку в то время, когда они практически создавались, он был еще практически мальчиком. Надо отдать должное вот его какой-то духовной цельности и мужеству. Потому что если вы сейчас начнете вспоминать окружение каждого из вас, в том числе и семьи, то не так уж и многие могут похвастаться тем, что там есть люди, которые участвовали в этих событиях Великой Отечественной войны. Таких людей, в общем-то, не так уж и много. Не то, что их сохранилось. А немногие, тем не менее, и участвовали. Тем более он был добровольцем, и он вполне, наверное, мог бы, будучи студентом престижного художественного вуза, как-то и проигнорировать это событие. Но вот ему вообще присуща какая-то такая, как я уже говорила, духовная цельность и мужество. Это человек, конечно, незаурядный, я бы сказала, титан отчасти, вот в том понимании, в каком вообще говорят это о людях, такой стоик. Вот. И поэтому читать это особенно интересно, почему он пытается так объективно давать характеристики людям, которые его окружают, события, которые с ним происходят. Вот. Ну, в общем, наверное, пожалуй, все. Спасибо большое, Владимир. Алис, букет уже забыл. Я забыл. Хорошо. Спасибо. Вот на одном листочке блокнота вот я прочитал,
что написал папа. Блокнотик этот был взят мной в одной из библиотек в деревне, что ниже по каналу Нагод, километров 4 от Мариенбурга. В этой библиотеке было много книг по искусству. Они мне доставляли огромное наслаждение и муки. Вот. Наслаждение от прекрасного он испытывал, а муки от того, что приходилось ему убивать, хоть и врага, но человека. Вот. На сайте, я помню, Герой Великой Отечественной войны, я разместил пилотный выпуск, это произошло где-то месяц 3 там назад, вот этих рассказов. Вот. И познакомился там с молодым человеком, Дмитрием Балашовым, который прекрасно знает те места, где родился мой отец, вот, и где он воевал. Он занимается увековечиванием памяти наших отцов, дедов, ветеранов. Вот прошу. Знаю по себе, что сильно волнуюсь, поэтому понадобится микрофон. Спасибо Вадиму за приглашение. Я совершенно, конечно, неожиданно здесь оказался. И вот небольшая предыстория, да, Вадим о ней рассказал. Так получилось, что у меня недалеко дача от деревни Мышкина, где вот маленькая родина Виктора Александровича. Вот. И его воспоминания, то, что я прочитал на сайте, до глубины души меня поразили, и мне захотелось как-то поближе познакомиться с его семьей, вот, в частности с Вадимом. И что я хочу сказать? Вот год назад мы с братом оказались в Беларуси, тоже долгая история, но мы нашли своего родственника, его могилу. И вот, приехав на эту могилу, местные жители вышли и спросили, собственно, кто мы такие, что мы здесь делаем. Это было 9 мая. Ну, мы объяснили, что вот нашли родственника, здесь он покоится, и местные жители нам предложили выступить на митинге. Ну, естественно, я согласился. И после вот этого выступления люди, в основном такого старшего поколения, подходили и очень удивлялись тому, что мы приехали издалека и не представляли какие-то организации, то есть, ну, пропагандистские, там, не хочу сейчас называть какие, да, вот, в России. Вот. Но мне было удивительно, потому что мне кажется, что мое поколение все же помнит, чтит своих дедов, прадедов. И хотелось бы, конечно, чтобы было так и впредь, и мы гордились ими. И нас было много, и мы передавали бы это все нашим детям, и они знали о подвигах их прадедов и через многие годы. Поэтому спасибо большое Вадиму еще раз, что смог выступить перед вами. Вот, волнуюсь, но надо, наверное, передавать слово другим. Ну что, товарищи, есть желание еще у кого-нибудь как выступить, сказать, что... Не так давно, к 65-й годовщине со Дня Победы, я написала стихотворение и отправила его на конкурс «Весна Победы» на Первый канал. Я хотела бы его прочитать сейчас, потому что с некоторых картин слезы за то поколение, которое воевало за наше сегодняшнее счастье. Хронометр сердец. Хранимый ангелом, доверчивый, прилежный мечтатель и судьбы своей творец, талантливый, уверенный и успешный на фронт, во след отца ушел юнец. Победы песни сложены, пропеты, в них отзвук боли высеченных строк. Все тяготы войны несли прадеды, вдыхая дым костров и пыль дорог. Фашизм застал врасплох, обрушил ад кромешный, и твердь земную обжигал свинец, и слезы матерей водой катили вешней. На батом бил хронометр сердец. Победы песни сложены, пропеты, в них отзвук болью высеченных строк. Все тяготы войны несли прадеды, вдыхая дым костров и пыль дорог. От гнева зубы сжав, святой и грешный бесстрашно жизнью жертвовал боец.
свободу выстрадал народ. Но безутешный сиротской доли крест, безбрачия венец, победы песни сложены, пропеты, в нем отзвук болью высеченных строк, все тяготы войны несли прадеды, вдыхая дым костров и пыль дорог. Хочу поздравить всех нас с такой замечательной, прекрасной выставкой. Спасибо первым долгом Вадиму, что он познакомил нас с такими прекрасными творениями. Я понимаю, что он получил высочайшие два образования, прекрасное образование, и училище 905 года, и институт прикладного искусства. Прошел человек всю войну, почти всю войну, и несмотря ни на какие трудности, как это делали все художники, фронтовики, он писал и на фронте. Казалось, каждую секунду нужно было ожидать пули, но художники продолжали доносить до нас вот материал, который в рисунках мы сейчас созерцаем. Я еще хотела сказать, да, у него учителя были очень продвинутые, очень известные, и Крымов, и Дейнека, и другие еще учителя, но дело в том, что научив его, он никак не копирует своих великих учителей. Он пошел ко всему удивлению, пошел своим путем. Он не стал делать живопись, хотя он подчиняется всем традициям, но сделал более обобщенные образы, которые нам представлены. Он великолепно справляется, и я заметила по годам, чем ближе к нам годы, и он делает портреты, натюрморты, пишет, то тем как-то ярче становится краска. Все-таки на душе у человека есть другое состояние. Великолепно решает композиционно картины все, но трудно придраться к чему-то и не восхититься хоть какой-нибудь работой. Спасибо Вадиму, мы земляки все рады, что здесь находимся, что ты поспособствовал этому, и мы можем поклониться такому великому человеку, как твой папа. Спасибо. Дорогие друзья, а Влад Красноярский здесь был? У вас нет желания? Прошу. Да, как-то неожиданно. Но, в общем-то, я действительно хотел сказать, все говорят спасибо Вадиму за то, что он сейчас... Почему не пропагандируют? Пропагандируют, потому что многие просто вот и не видели картин Виктора Титова. А это и есть пропаганда в хорошем смысле этого слова. Но ведь Вадим начал это дело не тогда, когда не стало отца. Он задолго до этого помогал отцу в его популяризации, его работ, его творчества. Вот и Луиза Захаровна Квиняшвили, которая сейчас выступила, она была больше 30 лет директором выставочного зала в Химках, Московского областного совета художников. И она помнит, и даже вот сейчас мы разговаривали с Ольгой Удовой, художницей тоже из Химок. Она работала в зале и помнит все, что работы, вот эти особенно фронтовые рисунки, были
были очень интересными на выставках, посвященных Дню Победы. Там всегда выставки проходили перед Днем Победы, посвященные вот этой теме. Потом уже отошли немножко от этой темы все участники войны, или дети выставлялись. Вадим, ты, конечно, помнишь, что ты приводил эти работы, и какой резонанс они получали, потому что фронтовые рисунки делали многие художники, которые воевали. Но ведь многое не сохранилось. А вот у Вадима, в их семье это сохранилось. И вот это ценно, что хранят. Вот это хранимое творчество, оно и будет жить вечно, пока мы его храним. Про потерявший плачем не будем говорить, потому что не будем мы терять. Правильно? Зачем плакать, когда потерять? Вот оно. Вот сегодня в этих залах, конечно, больше грусти у нас возникает в душе, когда мы смотрим на эти работы. Потому что они все с оттенком печали, страдания. Ну и особенно вот фронтовые рисунки. Меня, конечно, тронула живопись. Я и раньше ее видел. Но особенно, конечно, тронули, как и всех, я думаю, те рисунки, которые вот просто дышат войной. Вот там же это все было, когда он воевал. В этих окопах, где он наблюдал за этими своими товарищами и делал наброски. Меня, конечно, очень... тронул его автопортрет, который вот размещен на обложке этой книги. Ну и как писатель, как поэт, я, конечно, не могу не восхититься его вторым талантом, потому что Вадим не так давно открыл для меня, ну не знаю, может, для кого-то раньше, и вот эту сторону творчества Виктора Александровича. Просто вот читать это, я считаю, что просто нужно помещать в учебники какие-то, чтобы вот эти ребята, вот что сейчас стоят перед нами, здорово, что здесь много молодежи, и ребят вот этих маленьких, вот, но они маленькими, если они читают, наверное, да? Вот, они, если надо, то пойдут на фронт. Ну, конечно, он не подростком пошел на фронт. Сколько ему было лет, когда он? 19. 19. Ну, созревший. В то время 19 лет уже такой парень был, что ой-ой-ой. Это уходили на фронт в 15 лет. И есть такие среди художников, кстати. Вот этот автопортрет. И здесь подпись, где он сделал этот автопортрет. Видите, как? Это же просто живая история. Вот действительно, Вадим, здорово, что все это делаешь, и надо делать, как вот сказал Александр Иванович Беглов, надо по всему Подмосковью, по всей России возить, потому что особенно вот эти фронтовые рисунки. А это нужно издать рассказы его и фронтовые вот эти воспоминания отдельной книжкой, обязательно. Низкий тебе поклон. Моя мама – вдова художника Валентина Михайловна. Я хочу, во-первых, поблагодарить всех присутствующих, всех, кто собрался здесь. Здесь же несколько поколений, начиная с самого старшего и заканчивая вот этими малышами. Я хочу поблагодарить организаторов. Всех буквально от чистого сердца. И хочу маленький фрагмент привести из его жизни, фронтовой. Почему-то его солдаты все называли всегда не по имени, а называли всегда лейтенант. И вот в окопах они сидят, а он на каждом клочке рисовал. Тут же сидит, с ними рисует. А солдаты говорят: лейтенант, не трать бумагу. Он боевой листок оторвал клочок, от газеты от какой-то оторвал клочок. Оставь нам на самокрутке. Всегда они к нему так обращались. А потом я хочу сказать, вернулся, он прошел всю войну. У него высшее образование военное, пехотное Рязанское училище он закончил. Потом, значит, ему прочили военную карьеру, он не пошел. Он получил 22 года орден Александра Невского. Это вообще подумать, это подумать страшно даже. Здесь все описано, за что он получил, где он получил. Теперь, значит, брал он Берлин, расписался на Рейхстаге. С фронта он вернулся в 46-м, вы подумайте, в мае 46-го. Год целый он пробыл там, в Германии. В Берлине, в самом Берлине. Так что...
еще раз вас всех благодарю. Спасибо вам всем огромное. Ну что, дорогие друзья, есть еще желающие? Да, все, уже устали. Ну, прошу тогда отметить это небольшое, так сказать. Да? Ну, не буду вас утруждать, как говорится, это самое. А то в ногах, правда, нет. Прошу к столу, друзья. Да, конечно, возьмите, пожалуйста. А вы, кстати, вот воспоминания у вас остались, Дмитрий, а вы воспоминания не Великой Отечественной войны, интересуюсь воспоминаниями ветеранов, сам занимаюсь сбором информации, беру интервью. Так получилось, что познакомился с сыном Виктора Александровича, Вадимом, который организовал эту выставку и пригласил любезно выступить вот сегодня, 30 апреля. Очень удивился объему тех работ, которые здесь представлены, и открыл для себя ветерана еще как и художника, так как совершенно не представлял до этого, что настолько известен и столько людей знает о нем, и он является учеником известных советских живописцев и художников. Григорий Ушаев, заслуженный художник России. Мне очень приятно быть на этой выставке. Ну, во-первых, потому что я тоже прошел войну. Мало того, я одногодок с Виктором. Я так же, как и он, побывал в Кёнигсберге. А дальше наши пути, естественно, разошлись. Мало того, я редко встречался с Виктором, в основном на выставках. И из-за того, что именно мы редко встречались, я даже не знал, что он ушел из жизни, что очень грустно, естественно. Великолепная выставка. Больше всего мне понравились портреты великолепные, но, как все уже говорили, его наброски наводят меня, так сказать, на другую мысль. Я опять же возвращаюсь к своему опыту. Меня взяли в армию в 40-м году, даже за год до войны, и я сразу после школы. Он ушел на войну после художественного училища. Поэтому он пришел на войну уже, по сути дела, будучи не очень опытным, но уже художником. И поэтому его великолепные наброски. И я по-хорошему завидую даже вот так, потому что я
порисовывал что-то, так сказать, в школьные годы, но я не был еще в душе художником, и поэтому во время войны я и карандаша в руки не брал. И поэтому я с удовольствием смотрю на эти наброски, великолепные наброски по своему графическому значению, а уж я не говорю о том, что это значение не историческое. Это его летопись, это его летопись войны. Поэтому я спасибо всем тем, кто устроил его, сыну Вадиму. Это он большое дело сделал. Поэтому спасибо, спасибо всем. Мы под Колпино с Кольпом стоим. Артиллерия бьет по своим. Это снова разведка, наверное. Ориентир указала неверная. Недолет, перелет, недолет. По своим артиллерия бьет. Мы присягу недаром давали. За собой мосты подорвали, из окопов никто не уйдет. Недолет, перелет, недолет. Мы под Колпино скопом лежим и дрожим, прокопченные дымом. Надо все-таки бить по чужим, а не по своим, по родимым. Нас комбаты утешить хотят, нас великая Родина любит. По своим артиллерия лупит, лес не рубят, а щепки летят.
Владимировна, искусствовед, Московский союз художников. Мне довелось сделать выставку Виктора Титова. Но знакомясь с творчеством разных художников, естественно, открываешь в себе и в себе тоже что-то новое. Для меня эта выставка оказалась очень ценной. В каком плане? Я увидела многочисленные зарисовки, те, которые были сделаны художником во время войны. И я поняла, что просматривая кинотеатр, фильм по телевизору, читая что-то о войне, часто мы имеем дело с каким-то переработанным уже материалом. А рассматривая рисунки, представленные на многочисленных планшетах, я поняла, что я имею дело с подлинниками. Мы прикоснулись и почувствовали то, что было именно тогда, во время войны, и то, что испытывали люди, которые сидели в окопах. Вот это, пожалуй, самое главное, то, что я видела в этой выставке. У посетителей выставок, собственно, и у меня есть возможность, благодаря художнику, посмотреть в глаза тех людей, которые жили в то время, и почувствовать и атмосферу эпохи, и, может быть, немножко понять, что чувствовали эти люди, как они думали. Вот это, пожалуй, самое главное. Это именно подлинность того, что мы смогли увидеть и прочувствовать благодаря этой выставке, благодаря Виктору Титову.